Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале «Немного обо всем». Меня зовут Наталья. И, девчонки, я хочу сегодня вышить вот такую брошь. Я вам показывала до этого в предыдущем мастер-классе. Этот рисунок не мой. Я примерно такие рисунки видела в интернете. И мне захотелось вышить такую брошь. Единственное, что, конечно, сама это нарисовала, переводить не стала. Внесла небольшие коррективы. И вот, девчонки, решила такую вышить брошь. Что нам для этого надо? Мне надо кусочек фетра. Я, девчонки, здесь вот уже начала, чтобы не тратить ваше время. И вот, посмотрите, я тут пыталась перевести все это через копировальную бумагу. Получилось отвратительно. Вот какая-то мазня. Я тут мазала, доделала, переделала. В общем, короче, не понравилось мне работать с копировальной бумагой. Намного это усложнило процесс. И вот столько у меня всякой грязи. Грязно получилась работа. Перевод достаточно грязный. Единственное, я думаю, что хорошо, что я буду это все забивать бисером. И волосы у меня девушка будет с рыжими волосами, не с прозрачными. Это всю грязь заведет, уберется. Так что имейте в виду. Ну, изначально, ладно, девчонки, все пришила. Теперь я обшивать буду всю канителью и работать буду с мононитью. Единственное, девчонки, я обшью вот этот контур весь канителью. Контур точно весь канителью. А вот здесь вот внутренние вот эти полоски, как бы локоны волос, я не буду обшивать канителью. Почему? Покажу потом. Я буду прокладывать канитель потом. Потому что, ну, опять скажу, забегая вперед, я волосы, девочки, буду прокладывать такими ниточками. Вот как настоящий волос лежит, так он у меня будет проложен. Поэтому канителью я буду работать потом. Вот вовнутри вот этого пространства. Но как пришивать канитель, я останавливаться подробно не буду. Существует много мастер-классов по пришивке канителей. У меня тоже на канале есть, девчонки, смотрите. И, наверное, на ускоренное видео сейчас включу. Может быть, попришиваю при вас. В общем, девочки, когда это все пришью, я к вам вернусь. Девчонки, ну вот, посмотрите, я канитель пришила. Но как я пришила канитель? Я, как и говорила, я не стала внутри вот эти полосочки, этот рисунок волос, как лежат локоны, обшивать канителью. Я буду это делать потом. Я не стала полностью обшивать край канители. Эта брошь такая вот она, что вижу, то и вышиваю. Девчонки, у меня нет определенной какой-то схемы, нет определенной какой-то сложенной картинки этой броши, поэтому я вот ее вышиваю, как она идет, так оно и идет. Поэтому вот это место, видите, оно у меня, в принципе, брошь считается, я так думаю, незаконченная. Конечно, надо бы здесь как-то вот это место доделать, чтобы, возможно, там будет плечик, там платье дальше будет дорисовано, довышито. Поэтому вот я пока на этом моменте остановилась. В этой броши я начну сначала, девочки, вышивать лицо и тело. Тело я все-таки решила буду вышивать вот до этого места. Дальше у меня там, видимо, какое-то там платьишко пойдет вот так. Почему так спокойно рисую? Все будет забито бисером. И, в принципе, видно, ничего такого грязного здесь не будет. Но также можно воспользоваться резиночкой. Она вроде как бы стирает, но, конечно, мажет. Но расстроилась я, что копировальная бумага и тут все испортила. Все равно не люблю вот эту мазню. Люблю, чтобы сразу как-то аккуратно и красиво было. Ладно, опять, девочки, отвлекаюсь от темы. В общем, я сейчас первым делом буду вышивать вот эти две площади. То есть лицо и шею с зоной декольте. Буду, девочки, я вышивать бисером японским тоха. Вот у меня такой розовенький. Это бисер пятнашка, да, Миюки, 15 размер. Такой миленький, хорошенький бисер. Не нашла просто, девочки, такого прямо телесного цвета. Но я думаю, что этот бисер тоже будет неплохо смотреться. Волосы я хочу, девчонки, вышить вот такую шатенку. Поэтому вот сочетание, в принципе, эти два оттенка теплые. Решила я их попробовать. Вышивать, девочки, я буду, где у меня нитью. Белой обычной нитью для бисера. И бисер я буду пришивать, девчонки, в хаотичном порядке. Единственное, видите, у меня вот здесь такая точечка темная. Вот я ее прям закрасила. Здесь у меня будет у девочки сережка. Поэтому здесь я, возможно, поставлю бисеринку там любого другого цвета. Либо беконус,
Либо сразу я вам покажу, либо потом уже сверху я поставлю. Ну, девчонки, пока ничего сложного нет. Единственное, что меня напрягает грязь на моем изделии. Вот это я не люблю. Я думаю, нормально, все равно все получится. Вот и здесь, конечно, надо будет дорабатывать. Я пока, девчонки, точно знаю, какого цвета у меня будут волосы, какого цвета у меня будет тело, соответственно, каким я бисером буду вышивать. Я не знаю, что у меня здесь будет платье. Возможно, у меня вообще в мысли сюда пришить капельки. У меня есть такие, и сделать такое платье как бы бального, что ли, с капельками. Но тогда мне придется все тело зашивать. Возможно, стразовая лента будет, цепочка. То есть, в общем, девчонки, я не знаю. Я сейчас просто вышивать пока буду тело. Все. И когда я пришью этот бисер, показывать тоже, думаю, ничего такого секретного нет. Все знают это в хаотичном порядке. Но, возможно, на ускоренный кадр поставлю, девчонки. Все, вышиваю и возвращаюсь обратно к камере. Так, девчонки, смотрите, работа у меня движется дальше. Лицо я своей девушке вышила бисером вот этим японским 15 размера Миюки. Девчонки, я боялась, что он у меня будет поросячьи-розовый. Видите, в упаковочке, так как его много, он смотрится все-таки такой, ну, не телесный, поросячьи-розовый, честно говоря. На белом фетре, все-таки белый фетр дает свой цвет все-таки играет в фетрах, хочу сказать. И он высветляет вот этот розовый бисер японский Миюки, пятнашечку. И достаточно хорошо смотрится, мне понравилось. Я реально боялась, что у меня будет такой поросячий цвет. Поросячьего цвета нет. Хорошо смотрится. Девчонки, дальше я пришиваю волосы. Волосы я вышиваю бисером чешским 11 размера. Девчонки, столкнулась с такой не проблемой. Этого достаточно хорошо. Этот бисер у меня премиум класса, очень-очень хорошо. Пыталась я найти здесь в нем маленькие бисеринки, думала, ну вдруг попадется что-то такое мизерное. Девчонки, ничего не нашла, бисер весь одинакового размера, но вот качество все-таки, это премиум качество есть. У меня, видите, все-таки здесь есть маленькие пустоты, я это не люблю, вот такие места пустоты. И эти пустоты, девчонки, я буду забивать все-таки японским бисером вот такого темного цвета. Он не темный, он с прокрашенной серединкой темный, а сам он прозрачный. То есть все-таки пустоту у меня, девчонки, здесь не будет. Я буду оттенять. И думаю, для цвета я это, наоборот, выиграет у меня в этом плане волосы. Это будет как небольшая светотень. То есть у меня не будет все прошито одним цветом. Вот такая ерунда. Нету у меня пятнашечки такого цвета, и приблизительно ничего нету в наших магазинах, это не продается, и в областной город я не поеду за этим бисером, поэтому буду все-таки забивать, еще раз говорю, пятнашечкой. Девочки, хочу показать, как я вышиваю волосы. Волосы я стала внутри прокладывать канитель, не серебристую, потому что, ну вот, посмотрите, здесь у меня есть серебристая канитель. Как-то светло мне показалось, поэтому я взяла темную бронзу состаренную. И, девчонки, решила внутри делать темной бронзой. Ну, возможно, где-то еще проложу для красоты, как для придания такой, ну, немножко просто для красоты. Возможно, сделаю, девочки, еще и серебряную канитель. Посмотрите, здесь у меня по рисунку идет сережка. Вместо я это бисером пятнашкой зашивать не стала, оставила. Возможно, зашью, потом сверху сделаю какой-нибудь биконус, как сережечку. А возможно, все внутри сделаю. Тут тоже посмотрю. Девочки, хочу остановиться по волосам еще раз. Я, смотрите, видите, вот уже начала. Я думаю, достаточно понятно. Я сначала прокладываю бисерные дорожки, а потом уже прокладываю канитель. И волосы у меня ложатся волной. Вот сейчас немножечко покажу, здесь у меня место осталось. Смотрите, я проложила канитель. Вот сначала у меня была канитель, потом бисерная дорожка, я иду с края и опять канитель. И, девчонки, сейчас я опять буду пришивать бисерную дорожку. Как вы будете пришивать бисерную дорожку, это уже не важно. Можете сразу набрать то количество бисера, сколько вам нужно полностью на всю дорожку. Можете набрать 3-4, можете в 2, в прикреп, как хотите. Я делаю по 4 бисеринки, это более аккуратно. И не так долго, как по одной. По одной не хочу, девчонки. Вот я здесь пришиваю. Возвращаюсь на 2 назад. Девочки, на 2 назад. Опять
прохожу. Нету у меня нитей такого цвета коричневого, поэтому делаю просто на бисерной нити белого цвета. Но здесь тоже роли особо не играет, девочки, ничего видно не будет. И сейчас я вам еще кое-что хочу сказать. Вот пока пришиваю бисерную дорожку, девчонки, я говорила, что я с канителью, когда работаю, я всегда работаю с мононитью. В этот раз мне вот так, как приходится работать сразу же и бисером, и канителью пришивать одновременно, я решила пришить канитель вот этой бисерной нитью белого цвета. И что я обнаружила? Хотя канитель, вот видите, у меня бронза, она темная. Канитель, то есть нить на канителе, девчонки, не просвечивает. Чему я была несказанно рада и удивлена, потому что мое личное правило, что работать стразовая цепочка и канитель, когда я работаю, я пришиваю только мононитью, потому что дает нить оттенок на канитель. Но я потом поняла, почему у меня так получалось. Это я когда вышивала на черном фетре, делала обшивку черной канителью. И, видимо, там дает оттенок. В общем, девчонки, это никакое, как оказалось, не правило. Это кому как хочется. Если не видно, то не пришивайте. Вот у меня здесь оказалось, что, девочки, не видно. То есть саму нить, в принципе, не видно. Ну, конечно, если просматривать все под микроскопом, то, конечно, видно. Тут вот этого микроскопа нет. В принципе, либо я уже плохо вижу, либо на самом деле, девочки, я была не права. Поэтому вот смотрите, как вам удобно. Посмотрите, девочки, вот за разговорами я пришила бисерную дорожку. Да, она у меня достаточно неровная. Сейчас я ее, как всегда, выравниваю. То есть я прохожу обратно по всей бисерной дорожечке. Подтягиваю ее. Девчонки, смотрите, она достаточно ровно у меня стоит. Выхожу. Выхожу, девочки. И вот теперь в это место я сразу же, смотрите, пришиваю канитель. То есть вот эти локоны, о чем я вам говорила, чтобы у нас волосы все-таки брошь смотрелась достаточно интересной. Достаточно интересной. Девчонки, волосы в хаотичном порядке я пришивать не стала. Посчитала, что вот этот метод намного интереснее и красивее. Это, девочки, на самом деле так. И я просто ложу канитель вдоль бисерной дорожки. Тем самым выделяя локоны, делая немножко другую структуру броши, то есть другой способ пришивания бисера. И вот от таких разных способов пришивания бисера в одной броши, девочки, брошь смотрится интереснее, красивее, красивее, не знаю, как правильно говорить. В общем, по-нашему, по-уральски, дорого-богато. Вот, на самом деле, девчонки, и вот смотрите, нить эту белую у меня на этой темного цвета, бронзового, темного цвета канители не видно. Сейчас покажу поближе. Вот, девчонки, практически ее нет. Так что смотрите, кто мононитью, кто нитью, попробуйте. Я тоже, вот, сейчас я уже не буду говорить в своих там мастер-классах, видео, что мой принцип пришивать канитель только мононитью. Нет, девчонки, пробуйте пришивать, у кого как получится, кому как лучше, удобнее. И все, девчонки, здесь я тоже сейчас буду забивать все вот это место, которое у меня осталось. Вот канитель у меня не прошита до конца, за разговорами. Да, канитель надо прикреплять хорошо, девочки. Вот что есть, то есть. Вот, и вот в это место у меня сейчас, куда бисеринка ляжет, вот эти 11 чешский номер бисеринки, здесь я возьму 3, девочки, я ее пришиваю. Как-то не очень, да, пустота у меня появляется, много пустоты, надо мне ее вот сюда подтянуть. Все. Угу, все. Вот в это место у меня вряд ли встанет бисеринка 11 размера, я буду делать пятнашка и пунг. Ну все, девчонки, низ я также делаю, как и вверх, и потом возвращаюсь, чтобы, конечно, не тратить ваше драгоценное время, потому что это время на самом деле очень драгоценно. Девчонки, ну вот, посмотрите, брошь я полностью вышила. Я не стала очень многое показывать, потому что, в принципе, девчонки, вот реально здесь ничего сложного не было.
И как-то за кадром все вышивала, вышивала. Единственное, ну вот сейчас скажу поброшу, что я дополнительно сделала, чем я была недовольна. Когда, девочки, я пришивала волосы, вот эти волны, я вам говорила, что у меня канитель, вот это бронзового цвета, и у меня вообще вся канитель, девчонки, только миллиметрового размера, 1 миллиметр. И было несоответствие канители и высоте бусинок, то есть бисеринок. Как бы у меня получалось, что канитель где-то там в глубине. Поэтому, девчонки, я все-таки, как говорила, я вторым... Вот, ну, вот здесь вот у меня видно серебряная канитель. Видите, она туда, вовнутрь бусину уходит, вовнутрь бисера. Мне, девчонки, это вообще никак не понравилось. Поэтому все-таки вторым рядом, вторым сверху первого ряда, я вторым рядом, вторым ярусом опять пришила вот эту бронзовую канитель. И так брошь смотрится достойно, то есть она так выглядит намного симпатичнее и лучше. То есть у меня сейчас прямо на броши, девочки, видно, что отделяются локоны волос. Вот это я сделала, девчонки, дополнительно. Также дальше я пустила еще канители. Две вот таких, две ниточки или два отрезка отдельные локоны. Вот, ну, симпатично смотрится. И, девчонки, посмотрите тоже, как я здесь сделала. Сейчас я попробую сфокусировать камеру поближе. Вот видите, так, сейчас я настрою, девочки, вот резкость камеры. Посмотрите, я эти ниточки канители пустила вот такими как бы завитками, загогулинками. То есть у меня есть таких пару тут загогулинок. Это, ну, что-то вроде локонов волос. Вот так вот. Дальше, девчонки, я здесь пришила синюю бусину и тоже обрамила ее мягкой канителью серебряного цвета, обозначила тем, как бы узелок, сережечку сделала. И рисунок, девочки, не стала здесь никакой вышивать, потому что он, в принципе, был не нужен. И использовала бусины рондали. Это у меня 4 миллиметра синего и зеленого цвета. И также фисташковый бисер фисташкового цвета и зеленого. Единственное, что я все-таки решила немножко брошь облагородить, сделала здесь вот таких три висюльки. И, девчонки, обшивала я брошь американским заделочным швом и двумя цветами, даже тремя цветами бисера. Вот сейчас переверну, покажу, посмотрите. Видите, вот здесь у меня, девчонки, бисер идет коричневого цвета, это волосы. Вот здесь у меня бисер идет 15 размера, тоха, маленький, это у меня лицо. И где у меня платье, у меня идет бисер 11 размера, зеленого цвета, это вот где платье. Вот такой у меня задник получился, сделала я его из эко-замши. Девчонки, все аккуратно, все хорошо, мне прям нравится, ну, то есть аккуратная работа. Вот. И еще что я сделала дополнительно, девочки, после того, как я обшила брошь заделочным американским швом, я все-таки, она смотрелась куцая, честно, как-то мне что-то, чего-то не хватало. И, девчонки, я здесь еще пришила такие арочки бисерные, то есть это я уже сделала после обшивки американского шва. Я вот в эти обшивные бусинки сделала через определенное количество бусин, по-моему, да, через одну пропускаю, три таких вот бусинки, это арочки, сделала серебро. Ну, тут тоже все просто. Вот они у меня. Вот. Сделала серебро с зелеными бусинками, то есть с фисташками. И вот у меня такие арочки получилось. И брошь такая более законченная стала смотреться. Единственное, вот сейчас смотрю на эту брошь, понимаю, что есть какая-то непропорциональность. Мне кажется, голова большевата, тело мало. То есть, ну, на картинке, почему? Пока я не обшила, девочки, вот эту брошь американским заделочным швом, этого дисбаланса, дисгармонии не было. Но после того, как я обшила лицо вот именно этим заделочным швом, появился дисбаланс. Честно хочу сказать, я пыталась эту брошь обшить канителью. И то есть край броши обшить канителью. Девчонки, я пытаюсь это уже несколько раз делать, у меня это не получается. У меня получается неаккуратно, некрасиво, мне не нравится результат. Хотя вот когда смотрю другие мастер-классы, как это делают, уже обшитые броши этой канителью, мне вот, честно говоря, очень нравится. Не придается лишнего, это объем этой броши. Вот как у меня здесь, да, на голове придался лишний объем. У меня получается какая-то жирная шея,
Хотя вот ее, конечно, можно вот так вот силой умять, но и уминать не будешь. То есть получается сильно большая шея, жирная голова. Это вот дополнительный объем. Это объем достаточно хороший. Вот если 2 мм, и здесь это на 3 мм брошь увеличилась. Это много. С канителью бы этого не было. Вот я все пыталась как-то научиться обшивать край броши канителью. Чего-то у меня, девчонки, не получается. Может быть, то, что фетр толстый. Мне не нравится результат. Вот правда не нравится. Ну, вот буду еще раз пытаться делать. Я, конечно, хотела оставить, может быть, даже вообще без обшивки края, без обработки, просто обычным обметочным швом. Мне почему-то тоже не понравилось. Не знаю, я как-то люблю, чтобы все везде было аккуратно, не было швов. Все вот как-то так. Ну, видимо, не хватает опыта, и надо пробовать, надо учиться, либо что-то придумывать самой, то чем я и буду заниматься тоже в дальнейшем. А так, в принципе, брошь получилась, ну, такая симпатичная, аккуратная. Ну, вот это, знаете, мне кажется, брошь из разряда тех брошей, когда там листаешь в интернете картинки по брошам. Ну, посмотрел и посмотрел, и дальше пошел. То есть, я так думаю, что вот эта брошь, в принципе, ничем не цепляющая. Ну, как-то так я критично отношусь, может быть, к своим работам. Ну, я вот сама по себе такая. Я, если бы увидела, возможно, такую брошь в интернете, она бы меня точно, скорее всего, даже не зацепила. Ну, посмотрела, посмотрела. То есть, может, по цвету она проиграна как-то, может быть, материалы не те. Ну, в общем, девчонки, что есть, то и говорю. Ну, наверное, все больше-то как бы... А здесь такого ничего сложного не было. Была такая у меня идея, захотелось мне ее воплотить. Я воплотила, поняла, что мне надо работать все-таки с этим заделочным швом канителью. Да, или что-то там такое новое изобретать, велосипед. Не знаю, получится у меня или нет. В общем, девчонки, как-то так. Ну, от вас я жду, конечно, как всегда, лайки, либо дизлайки на мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Я буду рада каждому подписчику. Я думаю, что я буду радовать вас своими видео обучающего характера, когда сама буду вот обучаться на камеру, ну и вам что-то буду показывать. Мне нравится заниматься YouTube-ом. Поэтому, девчонки, жду вас в гостях у себя на своем канале. А так я вам всем желаю здоровья, хорошей весны, творческих успехов. Самое главное, девочки, не болейте, творите, вытворяйте. До свидания, до встречи на моем канале.